Привет! Сегодня мы пытаемся сделать из морковки такие длинные штучки для того, чтобы сделать из нее морковку по-корейски. Вообще все это, все, что я вам показываю сейчас, это все не рецепт. Это все эксперименты. Мне надоели уже претензии по поводу того, что по поводу того, что все делается не так, понимаете? А это делается для того, чтобы в том числе вы могли избежать ошибок. Поэтому, если вы торопитесь, если для вас главное рецептик посмотреть, то вообще не надо пользоваться Ютубом. Спокойно прочтите какой-нибудь текстовый рецепт. По ним большинство современных кулинаров и делает свои шедевры. Откроют, посмотрят, снимут и вперед. Ну, я купил у китайцев вот такую вот фигню. Она, кстати, дорогая, рублей 200 стоит чем-то даже, по-моему. И стал делать с ее помощью морковку по-корейски. А морковка у меня была мелкая, и поэтому нифига ничего не вышло. Туда пихаешь, и все. Тут вот есть у них такая штука, я так понимаю, что это для того, чтобы за нее крутить. Но с ней вообще ничего не получается, только дырку нарезает здесь. Поэтому остаток, видимо, будет большой. Но то, что происходит сейчас, мне нравится. Мне нравится, морковка получается длинненькая. Но, видимо, много придется съесть остатков. Я еще не знаю, что будет в этом видео, просто я ее прокручу. Или, может быть, сделаю морковку по-корейски до конца. И как будет называться видео, еще не решил. То ли тестирование китайского этого гаджета, то ли она будет... Оба, смотри, какая загогулина. Внутри там получается. Ну вот, уже руки начинают проскальзывать. Попробуем ножичек воткнуть. Поможет нам это или нет? Вот так вот им. Нет, не получается. Хотел как отвертки покрутить. Так, вот такой вот здоровенный кусок. И вот такая прекрасная сердцевинка. Сейчас еще одну прокручу. Но здесь вот выбоина, поэтому, видимо, лохматки будут распадаться. Я специально положил боком, чтобы вам лучше было видно, что происходит. Ну, еще, конечно, можно попробовать ее задом пихать. Может быть, лучше будет. Так. Это вот уже из-за этой штуки мельче получилось. Руки скользят на морковке. Но во всяком случае, эта штуковина здесь более крупная есть, а есть более мелкая. Эта штуковина, по крайней мере, безопасная. Вот на этой терке, где вот так вот двигать, я всегда боюсь. Потому что заслайсить себе пальцы никакого желания нету. Наверное, видео будет несколько. Вот это нарезание будет морковки китайским гаджетом. А следующее будет видео, как морковку уже непосредственно сделать. Ну, что так получается. Но большой, видите, отход морковки. Большой.
То есть нужно сразу же еще и борщ готовить, чтобы эти вот эти остатки, чтобы тоже в дело пустить. Или просто съесть их. Ну, во всяком случае, по длине у меня, видимо, получится лучше, чем у корейцев. Так, все. На этом все. Пока. Смотрите другие наши видео. Не забывайте лайкать, оставлять комментарии. Рекомендовать наш канал в Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках и ВКонтакте. Пока.